Приветствую вас, друзья, с вами Экспо Парк. Новость вышла следующая. Курьеры в некоторых городах, в частности в Самаре и смежных областях, могут бесплатно оклеить машину до 30 июня. Автомобиль для оклейки должен быть чистым и не использоваться для выполнения заказов такси. Чтобы записаться на оклейку, курьерам необходимо, понятное дело, позвонить по одному из партнеров сервиса, по баннеру из приложения выбрать удобное для себя время, бла-бла-бла-бла. Но это не вся новость. Ситуация заключается в том, что машины со старым брендингом, такие, например, как был у меня на Ларгусе, с 30 июня или 1 сентября, в зависимости от города, перестают действовать. Поэтому поинтересуйтесь, пожалуйста, у ваших парков, либо же у нашей службы поддержки, что касается вашего брендинга. И если, соответственно, брендинг действовать перестанет, то бесплатно берем и перебрендируемся. Я придержу и оставлю при себе свое мнение о концептуальности того бренда доставки, который Яндекс выпустил сейчас. Я думаю, Джим Керри все сделал прекрасно за меня. Спасибо большое вам за просмотр, друзья. Не забудьте поделиться комментарием и подписаться на канал. Экспо Парк. Лучшие условия для сотрудничества с Яндекс.Еда, Яндекс.Доставка, Яндекс.Такси и Яндекс.Грузовой. WhatsApp 922-116-24-24. Подробности в описании. Still have time.